Всем привет! Меня зовут Людмила Филиппова, я художник, и добро пожаловать на мой канал «Рисуем вместе». Вы смотрите вторую часть влога, посвященного одной моей авторской работе. Вот она моя картина. Сейчас я вам ее поближе покажу и расскажу буквально в двух словах, как я над ней работала. Вдруг кому-то из вас тоже захочется написать подобную работу. Как вы сами видите, картина получилась очень яркая. Очень красочная. Именно такая, какой я ее себе представляла первоначально. Начну, как всегда, с фона, потому что в каком бы стиле вы ни писали ваш натюрморт маслом, всегда нужно начинать с фона. Сначала я сделала такой однотонный фон в очень-очень светлых пастельных тонах. А потом я уже его проработала в последующих пассажах. Скажу честно, что здесь у меня возникли кое-какие сомнения. Первоначально я хотела делать фон очень светлым, почти белым. Но в ходе работы мне пришлось внести кое-какие изменения. Потому что мои три цветочка смотрелись бы очень уныло. Хвост мне показался каким-то пустым. На нем было слишком много незаполненного пространства, на мой вкус. Вот особенно здесь внизу, между цветами. Поэтому я отказалась от однотонного светлого фона. Что я сделала? Я усилила контрасты и добавила такие полосы по вертикали и по горизонтали, чтобы картина смотрелась интереснее и живописнее. Здесь я слегка прошлась по рельефным частям более темным цветом, но светлая база внизу все равно слегка видна. И уже в оконцовке добавила золото. Это у меня акрил. Получился такой эффект свечения, за счет которого картина смотрится более богато. Она просто переливается разными оттенками. То есть в зависимости от того, как на нее падает свет, она меняет свои оттенки. В тени они кажутся такими темно-охристыми, а, например, на свету они становятся ярко-желтыми, что придает картине особый колорит. Рисуя ирисы, я первоначально опиралась на фотореференс, потому что мне нужно было передать правильное строение цветов, так как у ирисов оно очень интересное и сложное. Ну а уже что касается цвета, то это была чистой воды импровизация. А именно холодные и теплые цвета, которые, плавно переходя друг в друга, не теряют своей яркости и чистоты. Особенно там, где желтые переходят в сиреневые, зеленые в бордовые, ну и так далее. Лично я результатом очень довольна, потому что я впервые писала ирисы такого необычного цвета. И я считаю, что получилось очень даже неплохо. Что касается бутончиков, то они все разноцветные. Сейчас я вам их покажу поближе. Не похожи один на другой, чтобы глазу было за что зацепиться и не заскучать. В целом эту картину я писала очень быстро, на одном дыхании, с огромным творческим вдохновением. И считаю ее достаточно удачной работой. И надеюсь, что моим зрителям она тоже понравится. Так что пишите мне свои комментарии. Мне будет очень приятно почитать ваше мнение. В целом, каким бы суперпрофессиональным художник не был, все равно каждая новая картина – это новое открытие. Это результат творческого вдохновения и творческого мышления. Какой-то стопроцентной гарантии на конечный результат лично я после многолетней творческой деятельности никогда дать не могу. То есть для меня это тоже как бы такой сюрприз, как и для вас. Ну, наверное, поэтому профессия художника тем и замечательна, что она никогда не бывает какой-то монотонной и никогда не приходится скучать. Работала я только кистями, бастихины я вообще не использовала, потому что мне было вполне достаточно первоначально подготовленного рельефного слоя. И благодаря этому картина написана все-таки аккуратно, с большим количеством детализаций, что очень присуще, в принципе, в целом моему персональному стилю.
Ну и на этом я заканчиваю свой влог. Большое спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. И до новых встреч на нашем канале.